Новый асфальт, дорожные знаки и свежая разметка. Дорога до Максимихи стала гораздо комфортнее, на радость туристам и жителям Баргузинского района. Сегодня торжественно открыли еще 15 километров региональной автодороги Улан-Удэ-Новый Уайян. Строили один год, потратили более 1 миллиарда рублей федеральных и региональных средств. Этот участок сдан в эксплуатацию досрочно, но о полной готовности трассы говорить рано. 21 километр по-прежнему во власти бездорожья. Вот мы сейчас ввели участок 15 километров, но уже в этом году заключили контракт еще на 21 километр. Нас поддержал Министерство транспорта России. Президент России Владимир Владимирович Путин дал в мае поручение достроить дорогу, выделить деньги. Уже в этом году дополнительно, в середине года, было выделено 350 миллионов рублей. Мы подписали контракт на 1,7 миллиарда. Вот эти 21 километр мы уже начали строить и продолжим дальше эту работу. Отмечу, трасса относится к основным региональным дорогам и связывает между собой Прибайкальский, Баргузинский и Крумканский районы.